Кира Егорова. Это и первые взрослые соревнования. И лидер нашей сборной Александра Покровская. Ангат, Пре, Але. Что за девочка? Этой девочке я сегодня чуть не проиграла. Я пришла сюда побеждать. Понимаешь, ты, наверное, не часто ходишь на такие вечеринки. Но я бы не назвала почетные поводы на пенсию вечеринкой. Да я бы рада уйти на пенсию. Замена достойная. Она хищница, способна убивать на дорожке. А у тебя этот инстинкт под угас. И Олимпиада это для тебя последняя. А вот эта девчонка могла бы тебя вытащить. Теперь я понимаю, почему Покровская тебе так боится. Послушай, Кир, сейчас любое резкое движение может порвать связку окончательно. Конец карьеры это в лучшем случае. Ты никогда не была такой. Ты понимаешь, что ты можешь остаться хромой на всю жизнь? Это мое место, я его никому не отдам, ты меня понял? Твоя проблема, Сань, что ты для всех и все время пытаешься быть хорошей. У этой девчонки все еще впереди. А для тебя это последний шанс. Для тебя это последняя Олимпиада. Ты хочешь знать, могу ли я защищаться? Ничего я больше не могу, слышишь? Ничего я больше не могу! Я, Александра Покровская, я сама буду решать, когда мне уходить, понятно? Еще! Я сказала, что я готова быть плохой. Еще! Потому что это моя Олимпиада, это моя медаль. Это долбанная золотая медаль, она моя!